дерево – это шедевр, потому что мы все понимаем, что они обусловлены определенными возможностями. Кто-то может работать по металлу, кто-то с деревом, а кто-то только шить. Все те участники, которые предоставили свои работы, они победители, они разработали это дерево, макет этого дерева, они его сделали, к нам его уже доставили сотрудники ФСИНа. Споров было много, каждый доказывал свою сторону, поэтому у нас несколько первых мест, несколько вторых и несколько третьих. Работы у нас было около 20. Большая часть, вот как мы с вами видим, они всепогодные, они будут представлены вот в этом саду.